Вот в такой торжественной обстановке Университет экономики и управления подписал соглашение о сотрудничестве с многофункциональным центром. По соглашению обеих сторон студенты будут регулярно проходить практику в многофункциональных центрах. Это молодежь, это как раз те, кто выдерживает темп, ритм, набираются хорошего опыта, поэтому мы сейчас делаем акцент на них. Поэтому да, это первое соглашение, да, мы планируем плотно сотрудничать, профильность вуза нас вполне устраивает, количество вакансий у нас просто огромное, я надеюсь, что у нас в этой части будет все в идеале. От студентов требуется серьезный подход, активность и темп. Они должны за 2 недели закрепить и углубить свои теоретические знания. Также ребята смогут пройти практику по месту жительства в филиалах МФЦ. Мы будем привязываться к центрам, значит, госуслуг. Значит, а у нас студенты со всего Крыма и филиалы будут определяться таким образом, чтобы охватить всех. Студенты отмечают, работать с людьми им нравится. Многие уже хотят работать именно в МФЦ, чтобы получить свой первый профессиональный опыт. Благодаря таким замечательным соглашением у меня есть возможность работать дальше и проходить практику в МФЦ и в других таких же учреждениях. Мне это очень нравится, я очень люблю работать с людьми, мне это интересно. Я с Красногвардейского района, и я могу по своему месту жительства проходить практику. Мне это будет очень удобно и рядом со своим домом. Сотрудники МФЦ готовы принять студентов, организовать для них экскурсию по центру и рассказать о принципах работы. Султания Истакаева, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет».